не оставлять на виду, где их может найти каждый дурак. Мастер пошел на все, чтобы добыть информацию о местонахождениях Задара. А из-за тебя мы чуть не попали, не провалили операцию, рассекретив нашего внедренного шпиона. Расслабься, Искор, все под контролем. Мы увидим информацию об их Задаре прямо у них из-под носа. И скоро оба станем очень и очень богатыми. Успокоиться? А ты в курсе, Гизл, что ты ждешь тех, кто подвел Кельтаса? Вечные страдания и смерть. Не подведи нас, идиот. Наши разведчики с острова Красной Дымки установили контакт с информатором. Скоро этот идиот Велен будет в наших руках. Мы как раз успеем напасть. А теперь прочь глаз моих, пока я не прибил. Да, сэр, это больше не повторится. Вот так вот.